одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую хотим вам рассказать. Ее главбух придумал, а может не придумал, а может быть подслушал, но будем начинать. Один бухгалтер главный, самый лучший наш главбух. А может и не главный, очень даже может быть, но очень симпатичный. Да-да-да-да-да-да-да. Под самый Новый год. Да-да-да-да-да-да-да. Поехала за елкой. А может за шампанским. А может за деньгами. Чтоб выдать под отчет. А дальше? За ней бежал директор. Я с переговоров. А может быть инспектор. Документы. А может маркетологи. Простите, мы опоздали. Держа счета в зубах. Всем нужен главбух. А может там системщик был. С деталями и флешками. С компьютером и принтером. В шнурах и проводах. Ему тоже денег давай. Послушайте, бухгалтер. А может даже главный, почти что финдиректор. Уж больно хороша. Нам надо очень срочно. Ни минуты, ни минуты лишней нет. А может быть и не срочно. Так этого не слышали. Но вы-то все успеете. Раз, два, раз, два. Вы добрая душа. Да-да-да-да-да-да-да. Вы нам сейчас оформите, потом еще подпишите. А после посчитаете, ведь это так легко. А вам тогда спасибо, а может быть большое. А может и не скажут, но надо все равно. И бедный наш бухгалтер тут загадал желание, что все проблемы кончились в 12-м году. И вдруг большая папка, и толстая подшивка, и весь отчет квартальный откуда-то упал. И прямо на директора. Ой, чё, питайтесь! А может, на инспектора? Вообще на всех сотрудников. Немедленно попал. Идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не только умный, а даже бегемот. Не нойте и не требуйте, с вопросами не бегайте, отдайте бухгалтерии отметить Новый год. С Новым годом, ваш главбух!